Обучение чтению Корана всегда было важной необходимостью для всех мусульман. С детства основам ислама обучают старшие представители семьи, но профессиональный подход в этом искусстве обеспечивают учителя. Так, в женском образовательном центре «Гидаят» организованы летние курсы для детей и женщин по обучению основам ислама, чтению Корана и намазу. Как проходит занятие, узнавал наш корреспондент Зумруд Гамидова. Расположенный в столице Дагестана центр пользуется большой популярностью. Все его аудитории постоянно загружены. Основы религии, правильное совершение намаза и другие уроки, относящиеся к религиозным наукам, проводятся в образовательном центре совершенно бесплатно. Женщины приходят со своими дочерями, ведь для каждой мусульманки важно обучить свое чадо основам религии. Однако у родителей не всегда есть время и возможность заниматься образованием детей. Занятия проводятся и в группе, и индивидуально, в удобное для учениц время. Хадижа Джабраилова живет в Санкт-Петербурге. До возвращения на родину в летнее время посещает центр вместе с дочкой. У меня три девочки, с ними вместе хожу. В прошлом году тоже ходили летом, правда мало, потому что мы приезжие, с Питера приезжаем. И вот когда приезжаем, очень удобно летом, что курсы здесь, и можно ходить с детьми вместе. Детей и взрослых в центре обучают правильно совершать намаз. Полный курс обучения составляет 3 года, но все зависит от пожеланий и возможностей учениц. Многие хотят, например, только научиться читать Коран, что занимает около 3 месяцев. Кроме того, на базе центра располагается студия иностранных языков, где можно обучиться английскому и арабскому языкам у преподавателей с большим опытом работы. Здесь обучают намазу, основам религии, этике мусульманина, также чтению Корана. Есть также продолжающие группы, которые в прошлом году проходили. Предыдущие годы. У нас также занятия проходят с 11 часов до 2 часов дня. Это детские группы. Есть еще, сейчас летом открылись, и в течение года продолжаются индивидуальные курсы с 11 часов до 6 часов вечера для тех, кто работает, кто учится и так далее. Они приходят, получают свои занятия, уроки, те, которые они желают. Несмотря на свой юный возраст, Марьям уже достигла немалых успехов в изучении священной книги. Сейчас она уже немного говорит на арабском и считает это долгом каждой мусульманки. А потому что каждый мусульманин должен это учить, чтобы читать Коран и правильно молиться. Стоит отметить, что для того, чтобы прийти в центр, не обязательно соблюдать определенный дресс-код. Посещение Гидаят доступно для всех желающих. Зумруд Гамидова, Гилач Курбаналиев, телеканал ННТ, Махачкала.